На телеканалі «Віта» програма «На часі». Я ведуча Ольга Мотрич. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої програми непроста і дуже актуальна. Наркозалежність. Якими можуть бути наслідки вживання наркотичних засобів та де і як у Вінниці допомагають побороти цю патологічну залежність? Про це говоримо сьогодні у програмі «На часі» і я рада представити вам наших гостей. Це Олександр Волошин, керівник Вінницької філії Міжнародної антинаркотичної асоціації, та Андрій Панченко, керівник відділення реінтеграції та адаптації. Рада бачити вас у нашій студії. Але перш ніж ми перейдемо до розмови, пропоную подивитись короткий відеоматеріал. Прошу. Добре. Кількість наркозалежних в Україні зростає шаленими темпами. Наркотична залежність – це захворювання, яке супроводжується патологічним потягом до вживання наркотичних речовин. Ця проблема існує давно і з нею дуже важко боротися. Приймаючи наркотики, людина руйнує себе зсередини, завдаючи непоправної шкоди своєму здоров'ю та життю. Як впоратись із залежністю та повернутися до нормального життя? Спеціалісти, що працюють у Вінницькій філії Міжнародної антинаркотичної асоціації, мають успішний досвід роботи лікування наркозалежності, загальноприйняті програми лікування та власні методики, а також заняття з психологами дозволяють сформувати у пацієнтів стійкість до наркотичних засобів та повернутися до нормального життя. Тож, Олександре, розпочнемо з вас. Знаю, що ви не просто так зробили допомогу наркозалежним справою усього свого життя. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Чому і чому вирішили допомагати іншим? Добрий день. Ну, все просто, можна так сказати. Я представлюсь даже спочатку, як воно було. З 15 років я почав употребляти наркотики. Вот. Я не буду там говорить легкие, тяжелые. Все, для меня все наркотики, не это сейчас я понимаю, вот, что все наркотики опасные и тяжелые. Вот, потому что они меняют сознание, разрушают личность. Вот. В 15 лет у меня это случилось. Продолжалось это до 26 лет почти. Вот. Меня мама потом отвезла в центр. Я хотел этого уже, ну, не до конца, у меня мышление менялось постоянно. Сегодня хочу, завтра не хочу, но в центре мне помогли. Я выздоравливал в Международной антинаркотической ассоциации, филиал город Днепр. Вот. Прошел успешно, тяжело, но успешно. Есть результат, ремиссии у меня уже почти 7 лет. Вот. Почему дальше начал этим заниматься? Да, скорее всего, что у меня в семье отец мой, который залежный, он зависим от всех видов, грубо говоря, наркотиков. Вот сейчас он почти год трезвый, он прошел в городе Днепр реабилитацию, в городе Винница сейчас проходит ресоциализацию, второй вид программы. Его брат 10 лет уже его нет. Он от передозировки умер. Вот. Мамин брат также самозависимый. И еще он живой. Вот. Но зависимый. 49 лет ему. Вот. Я просто на это все посмотрел. И, ну, на семью. Да, она коснулась. Эта проблематика очень сильно по всем сферам. Особенно по моим близким людям. Да, там бабушки, дедушки, мама. И я сделал вывод, что за то время, которое я употреблял, вел, так сказать, безобразный образ жизни, я наделал много разных глупостей, да, и плохих вещей. Ну, перечислять не буду. И, по крайней мере, я относился плохо к своим близким. И чтобы это компенсировать, и не только к близким, вот, да. Вы бы решили я помогать. Решил остаться при организации, вот, и развиваться в этом. Тобто у вас була серйозна мотивація не тільки заради себе, а зробити ще й заради близьких це? Ну, в першу чергу заради близьких, тому що мою сім'ю з усіх сторон проблема залежності дуже сильно ударила. Ну, от ударила і має определені наслідки. Мені хотілося немножко, і хочеться, і хотілося, і буде хотіться цей світ немножко делать лучше в том деле, в чем я вот немножко разбираюсь, да,
Я имею опыт употребления, имею опыт выздоровления. Я могу человеку, который хочет стать на путь изменений, подсказать что-то, да, посоветовать, личным примером поспособствовать. Ну, мне это нравится. И есть результаты. Почему бы и не... Да, это тяжело. Я скажу, что у нас работа такая, это 24/7. А у чому саме складність, можете сказати? Ясно, що складно. Сама робота з людьми, складність? Вона тяжела, з людьми, да? Но если это люди еще имеют отношение к зависимости, люди эмоционально нестабильные бывают, приходится много общаться, проводить личных консультаций, занятий на центрах, да? На одном и на втором. Помимо ресоциализации с ребятами общаться. То есть этому надо посвящаться. Это работа цілодобова. Это, да, это круглосуточно, это 7 дней в неделю, нету выходных, нету каких-то там... Ну, иногда бывает, да, там, когда уже жена сильно может сказать, давай проведем время вместе. Ну, окей, давай. Ну, уже постоянно, постоянно мы с командой, мы посвящаемся, мы отдаемся. Тяжело, но в то же время мы и кайфуем от этого, потому что видим результат. Потому что каждый человек, который у нас проходит программу, да, и реабилитация, и ресоциализация, он нуждается в внимании. По-любому, в созидании, в воспитании, вникать нужно в человека, в его какие-то личные трудности или там какие-то другие, да, моменты, чтобы человек это видел, чтобы ценить начинал. Ну, это все эти ценности прививаются вот таким, нужно... Ну, це виховання круглосуточне і 7 днів в неділю. І професійна психологічна підтримка. А з чого варто почати, щоб стати на шлях змін? Ну, я завжди так рекомендую. Рідко, коли сам, зависимий, підчеркну, приходить в сім'ю і говорить, що у мене є проблема, мама, папа, допомогите мені вирішити. Почему редко? Потому что со стороны семьи, я имею в виду созависимых, которые созависимы с зависимым, те люди, которые его спасают постоянно, в основном это мамы выступают в роли спасателей, делают все за них. То есть, если человек выбирает, да, зависимый путь употреблять, соответственно, там будут последствия разного характера. Это начинается в семье насилие финансовое, экономическое, будем так говорить, психологическое, может, психологическое, физическое, может быть, по-разному, да? Это такие домашние террористы воспитываются в семье. Вот. Человек употребляет кредиты, там все. Ну, такой ком большой наворачивается. Мама в основном от незнания, что вообще происходит, она начинает спасать и делать все за него. Соответственно, зависимый пользуется этим, ставит это, так сказать, на поток путем манипуляций и живет, его все устраивает. Соответственно, он не видит свои проблемы, потому что родители не дают ему увидеть последствия от его образа жизни. Вот в прямом смысле этого слова. Все разрушительные последствия, потому что они стараются своим поведением спасателя компенсировать все это. Вот. Позыв к семьям, у которых есть эта проблематика, обращаться за номерами телефона, которые вы увидите на экранах, приезжать на бесплатную консультацию. Это можно как приехать в Якушинцы, Шевченко, 22А улица, село Якушинцы, и Пятничаны, проулок Герцена, 39А. Также у нас есть офис на Братславской, 85, 4 этаж, 401 кабинет. Но все можно начать с номеров телефона. Бесплатная консультация. Набрали, поговорили. Вы приезжаете, и мы вам объясняем, как нужно, да, зависимым обращаться родителям, поменять стратегию, чтобы человек сам к вам потом обратился за помощью и безукоризненно поехал самостоятельно на центр меняться. Самостоятельно мінятися. Тобто, оскільки рішення лікуватись рідко буває добровільним, спочатку проводиться психологічна робота із оточенням його, з близькими, з найближчою людиною. Да. Робота з психологом. А уже потім, коли впроваджуються ці рекомендації вдома, тоді можна
звертатися і, власне, із наркозалежним? В першу чергу, треба абстрагуватися від залежного. Це тяжело робити. Потому что у всех родителей есть такое мнение, что если родители перестают контролировать, спасать, быть таким, сказать, опекуном, квочкой, да, условно, вот, с зависимым что-то произойдет, ну, что-то плохое, там сразу в крайности мышление работает, ничего не произойдет. Произойдет лишь то, если отпустить, дать ему делать то, что он хочет, не платить кредиты, не кормить, ну, соответственно, не готовить на него. Не сприяти тому, не щоб... застилать ему постель, да. Не заниматься вот этим разрушительным поведением, которое будет, наоборот, продолжать эту всю динамику в семье, а прекратить. Но нужно зажать свое сердце в кулачок и ждать, пока зависимый, его надолго не хватит. Он сам будет делать шаги навстречу через время, там, это может быть месяц, может быть полтора. Ему надо побарахтаться в вот этом своем образе жизни, который он сам самостоятельно выбрал. Дать понять, что это твоя ответственность употреблять, дать понять, что это твоя ответственность так жить. Ты выбрал, мы тебя туда не посылали. Единственную помощь, которую мы можем тебе оказать, это в центр реабилитации. Пожалуйста, поехали. Другой помощи нет. А какой именно? Денег, еды, там, может быть, и одежды, там, каких-то поездок на курорты. Ну, родители, бывают, по-разному себя ведут. Этого нет и не будет. Вот, все. Позицию такую занять. И зависимый приходит, просит помощи. И приезжают люди на консультацию, начинаем общаться, направляем семью, человек остается, проходить реабилитацию, родители счастливы, соответственно, меняется и ребенок, да, и меняется и, соответственно, родители. Вот это комплексный подход, потому что выздоровление должно быть систематическим. Семья коммуницировала с зависимым, зависимый коммуницировал с семьей. Это система. Присутствует правило, есть распорядок дня, где ребята, те, кто приезжают, те, кто жили, скажем так, без правил, никому ничего не доверяли, жили, то есть были предоставлены сами себе, то есть они уже попадают в ту среду, где немножко им ограничивают перемещение, да, есть под, ну, вот, и... Оце обмеження переміщення, воно сприяє одужанню? Обмеження, да, ми забираємо, то есть, ну, от, чоловік приїжджає з тої зони комфорту, в якій він знаходився, там, будучи в сім'ї, будучи возле родителей. І у нього немає тоді спокуси, так? Да, это не так домовити в стерильних умовах знаходиться. Это необходимо, то есть полностью изолировать его от социума. То есть просто, ну, ограничить доступ к этим всем веществам, чтобы он просто остался сам наедине. То есть где начинается, по сути, знакомство человека с самим собой. То есть трезвый, чистый человек, то есть начинает потихоньку знакомиться с самим собой. Где с ним постоянно проводятся беседы, там, психологов, психотерапевтов, да, ну, ведеться постоянно ця робота. Олександре, ви перед ефіром говорили мені, що лікування відбувається у два етапи. Медикаментозна підтримка і психологічна підтримка, соціальна адаптація. У чому полягають ці етапи? Скільки часу вони тривають? Если человек, который обращается к нам, да, семья, нуждается, если он, во-первых, употреблял вещества, это что сейчас, психоактивные, да, вещества, там, метадон, соль, что сейчас, так сказать, ему необходимы какие-то заменные препараты, алкоголь, так? Да, вот, соответственно, он менял сознание, и после этих всех, так сказать, наркотиков есть последствия. Они влияют там на биосостояние, на физиологическое состояние. Вот. Мы рекомендуем обратиться к наркологам, к нашим наркологам, в социотерапию, вот, где они получат специализированную медицинскую помощь. Это займет там, от 10, грубо говоря, дней, да, до 20, ну, не меньше. А потом люди после того, как получили медицинскую помощь, приезжают к нам. Вот. Если человека не надо, да, проводить эти все манипуляции, как бы, вот, смотря на каком там этапе, в каком он состоянии приехал, то он приезжает просто и оформляется, и проходит, так сказать, курс реабилитации. Начинает проходить курс реабилитации. Тобто спочатку потрібно зняти ось цю фізіологічну залежність. Если необходимо, то. А потім уже переходити до психологічної допомоги, соціальної адаптації. Андрію, це ваша робота. Да, ребята, приїжджають на центр, ребята сразу попадають в ті условия,
скажем так, такие тепличные условия, где есть свои правила, есть свой распорядок дня, где они с утра до вечера, то есть занимаются, ну... Тобто основ правила і режим – це основа лікування. Да, в любом случае. В любом случае это надо, так как до этого у них все было, они были предоставлены сами себе. То есть они делали то, что хотели, в принципе, да. И не обращая внимания там на уговоры своих близких, родных, как бы здесь, если они помещаются в такие определенные, в определенные условия, где они... Яка психологічна допомога потрібна надаватись таким людям? Во-первых, що вони мають відчути? Що вони мають знати для того, щоб не повертатися до колишнього життя? Тому що фізіологічна залежність уже знята, але залишається ще психологічна. Як її побороти? Во-первых, я зрозумів ваш вопрос. В першу чергу, смотрите, коли чоловік должен довіряти, научиться довіряти, в першу чергу. Як його можна заставити, там, підвести к этому? То есть я где-то тоже... имея опыт употребления, опыт выздоровления, да, я в первую очередь делюсь и являюсь для них где-то, ну, примером, скажем так. Я готов об этом говорить с утра до вечера, объяснять, почему так, а почему не так. То есть уделять внимание, делиться, то есть нянчить. Просто с утра до вечера просто этого... Наркозалежні, напевно, краще сприймають інформацію від тієї людини, яка совершенно сама це пережила і знає на власному досвіді, що це і як це проживається. Є принцип равний равному. Тобто, чому, що, давайте я так здалека начну. Люди, коли обращаються за допомогою, перший вопрос, у вас працюють психологи? Я сразу разрушаю эти мифы о психологах, потому что говорю, так как я, да, допустим, человек с опытом, не поймет вашего родственника никто, ни психолог, то есть человек, который не имеет опыта употребления, всех вот, все, что связано с употреблением, никто не прожил вот эту войну, соответственно, на первых этапах человеку, который... вырван с социума, да, родителями, и они договорились, приехали на центр, и ему общаться с психологом, ну, не очень комфортно будет. Если мы сядем, попьем чая, там, скушаем конфет, он расскажет про свою жизнь, я ему расскажу про свою жизнь, скажу, что все это реально, это все работает. Сразу человек смотрит с такой, знаете, опаской, потому что за время употребления каждый практически человек, у него пропадает функция доверять. Ну, там работает всегда только вымышление, отрицание, что где-то какой-то подвох, что где-то какая-то выгода может быть. Нужно так окутать, так полюбить, так... как это сделать? Нужно быть честным. Во-первых, люди... зависимые, они очень сильно чувствительны. И если я буду врать что-то, человек обязательно это прочувствует. Я также сам прочувствую, если он будет врать, понимаете? Вот. И на вот таком разговоре, в таком жанре выстраиваются доверительные отношения. Вот. Проходит время, когда у них связь, да, там у ребят с родителями, они говорят, родители, спасибо, папа, мама, я вообще не ожидал, когда я сюда ехал, что будет именно так. Вам спасибо за то, что вы мне предоставили правильный шанс на жизнь. Я готов ним воспользоваться. Вот. И потом звонят родители, да, и говорят, что вы сделали с моим ребенком. Тобто все має бути у невимушеній обстановці. Совершенно верно. Тобто не сказати дитині, що ось ми тебе привезли до лікаря чи до психолога і будемо тебе лікувати. Совершенно верно. Ні. Совершенно верно. Просто, а потом, я говорю, ничего не сделали, просто делаем то, что мы умеем делать. Вот, он говорит, мы за последние 10 лет такого не слышали от собственного ребенка. Ну вот, говорю, поздравляю, такой маленький первый шаг навстречу выздоровлению. Дальше больше. Олександре, наразі існує проблема, і Андрію також до вас запитання, існує проблема легкого доступу до наркотичних засобів. Це через телеграм-канали, через інтернет, закладки на вулиці. І зрозуміло, що внаслідок цього помолодшав вік наркозалежних. З якого віку до вас звертаються по допомогу батьки яких дітей? Це актуальний, да, вопрос такий, знаєте, як вам відповісти на це? К нам обращаються за допомогою ребята, ну... Підлітки. 16, 17, 18, 19 лет. Это очень часто, как бы, да. Бывает, что и 13, бывает. И 14, вот. Это все, как бы, говорит о том, что, ну, вот,
такая-то у нас политика в стране, да, как бы этому мало уделяется внимания. Профилактики, наркомании, да, это наоборот все такое взял, ну, в таких масштабах сейчас все происходит. Телеграм-каналы, то есть это все как бы насколько доступно стало. Как бы этому мало уделяется. А лікування дорослих і менших пацієнтів, молодших пацієнтів підліткового віку, чи відрізняється воно? Ну, как підходи сказать, до лікування більше психологічної підтримки? Люди, які, да, там, приїжджають чоловіку там, 17 лет, да, берем, вот такой возраст, смотрите, что происходит. Соответственно, если человеку 17 лет, как показывает опыт и практика, он начал употреблять или она где-то там, ну, в лет 15. То есть стаж употребления 2 года. В основном есть большое отрицание проблематики. Ну, то есть человек не нагулялся, не опустился к тому уровню, да, к которому уже ребята опустились, которые употребляют по 5, по 6 лет, они еще находятся в такие... Не вызнают, да, проблемы. В розовом периоде, когда все хорошо, что-то родители вот меня наказали, привезли, мы сейчас сидим, вот общаемся, как бы. Но все равно мы так общаемся, что ребята потом сами говорят, да, все-таки есть, потому что мы сразу наводим личный пример. Смотри, говорю, я тоже начал употреблять там, почти в 16 лет, да, или во сколько там, в 15. То есть... Оно затянулось на 11 лет у меня лично это все. За эти 11 лет были очень плохие ситуации, последствия вообще ужасные. Ты бы хотел бы так жить или ты бы хотела так жить? Не, не хотел. Вот тебе родители предоставили шикарную возможность просто поменяться, просто сказать сейчас спасибо им и остаться, да, и мотивироваться на дальнейшую счастливую, качественную жизнь. Вот, где ты можешь научиться в центре стать ответственным, честным, привить или наоборот, не привить, так сказать, а возобновить те принципы, любить, уважать, ценить. Ну, вот, то, что, допустим, родители до определенного этапа прививали ребенку, когда человек знакомится с плохой компанией и начинает вести образ жизни зависимого, да, употреблять вещества, это все разрушается. Все сферы жизни разрушаются. Человек в основном в приоритете врет, перелаживает ответственность, уходит от ответственности вообще, манипулирует при любой удобной ситуации и все время выступает в роли жертвы. Вот, и давит родителям на жалость постоянно. И от этого родители и начинают спасать, и вот этот ком, он все больше и больше, если он не прерывает. Виходить таке замкнуте коло. Конечно, а да. А скільки часу триває лікування? Воно повинно тривати якийсь визначений період, чи це індивідуально? Реабілітація для всіх одинакова. Вона... Реабілітація – це теоретичні полгода, где люди приезжают, да, и полгода проходят, изучают теорию. А ресоциализация – это практический вид программы. Вот. И они начинают применять все те знания, которые они получили в ходе реабилитации. Да. То есть, находясь в центре, то есть, работая с психологами, там, на группах, да, потом они выходят на ресоциализацию, где тоже 6 месяцев, как бы рассчитана программа на 6 месяцев, начинают как бы, ну, применять все то, что они получили там. Тобто приблизно, да, рік це триває, так? Да, програма рахована. А що далі? Рік пролікувалися, що далі? Яка потрібна людині допомога і підтримка? Ну, тут інтересний вопрос. Я об'ясню. Смотрите, на прохождении, допустим, годичної програми, да, человек может выбрать, вот, к примеру, если есть желание, да, и мы еще посмотрим и решим, пообщаясь с человеком, он может остаться в организации, пробовать себя в разных направлениях, да, или человек выбирает такой путь, как пойти работать, там, учиться, да, это будет тяжело, но общаться с нами можно. Ви підтримуєте, конечно, приїжджати, проводити вместе досуги, банька, я не знаю, там футбол, кінотеатр, ну, спільне дозвілля. Да, все то, що делають люди в обычному, так сказать, у звичайному житті. Конечно, конечно. Вот, это все возможно. Классно, когда так, и классно, когда еще человек понимает, что ему нужна личная терапия, он обращается за услугами там, психотерапевту личному. И раз в неделю посетить психотерапевта, заплатить там, не знаю, кто по-разному, да, там расценки,
300-400 гривен. Это полезно. Это уроки, где ты приходишь, общаешься с человеком, тебе дают задания, ты выговариваешься. Вот. Направление. Ты получаешь направление. Это круто реально. Вот. Но не все этим пользуются. Люди в основном думают, что что-то должно произойти само. Вот. Некоторые так думают. И это должно вот, влиять как-то на них, они должны меняться. Надо прилаживать усилия. Вот. Год ты тренировался. Год. Вот реально это как тренировка, да, можно сравнить там с футболом, с тренажерным залом. Так же самое и у нас, проходит тренинг программы. Дальше ты пробуешь, вот. Если, можно провести параллель, там, человек набрал лишний вес, пошел в зал. Ну вот, тренер дает рекомендации, занимается, дает рекомендации, занимается с человеком. Вот, и по-любому в работе, в процессе он объясняет, сколько нужно кушать, по каким там, сколько калорий, подбирать все. И, четкий режим. Да, четкий режим. Вот, соответственно, если человек прервет потом эту терапию тренировок, да, і почне знову кушати, він знову набере вес. Тобто, поки ти працюєш над собою, ти да. залишаєшся у формі. Звісно. Так же саме і тут. Ти, якщо продовжуєш над собою працювати, як болезнь-зависимость, вона первична, хронічна, рецидивуюча, прогресуюча і смертельна. Тобто, вона на всю життя. Ну, тобто, як сказати... Тобто, робота над собою триває все життя. Всю життя потрібно себе чимось займати, трудиться, быть активным, не лежать на диване, не просиживать там где-то в компьютерных клубах или что-то еще, ну, не заниматься ерундой, постоянно вперед. Быть, да, конструктивно все делать. Вот. Это очень важно. Від чого залежить ефективність лікування? Зрозуміло, що перший крок від мотивації, але якщо її немає у тих випадках? От соблюдения рекомендацій. Правильно? Чітких рекомендацій і правил. Олександре, ви сказали на початку ефіру, що легких наркотиків не буває. Не буває. І що навіть один раз може коштувати здоров'я і цілого життя у подальшому. Все починається з першого разу. Що би ви сказали молодим людям, підліткам, які дивляться нашу програму? Що потрібно знаходити інші способи отримати задоволення, так? Ну, в первую очередь, да, может у кого-то уже есть проблема, вот, я бы порекомендовал бы обращаться к нам, вот, или к другим людям, которые занимаются, неважно, то есть идти навстречу выздоровлению, иначе зависимость приведет к большим последствиям и не коснуться всю семью. Для тех, кто никогда не употреблял, и видят со стороны, как употребляют их сверстники, никогда даже не прикасаться, даже кто бы ни говорил, там, что от одного раза ничего не будет, от двух там не будет, все будет. Вот. И как показывают опыт и практика, смотря сейчас на молодежь, всем нравится. Есть сейчас популярный наркотик, он ужасный, он противный, он разрушительный, под названием «соль». Вот в простонародье его называют, на нем сидит вся молодежь. Я буду говорить конкретно за Винницу. Насколько это страшно? Это очень страшно, потому что, допустим, человек разрушается буквально на глазах. Был за короткий час. Нормальный мальчик или нормальная девочка, училась, стремилась, хорошо одевалась, слушалась родителей, познакомилась с этим веществом, все пошло наперекосяк. Ну, все начало разрушаться, человек стал нервный, раздражительный. Начались такие симптомы проявляться, как агрессия большая, паранойи, там, мании преследования каких-то. Ну, то есть это все есть, это все последствия людей, которые употребляют этот страшный наркотик. То есть никогда даже не прикасаться к этому. Як батькам помітити, що з дитиною щось не так? Як запідозрити, що дитина може вживати наркотики? Та, ну, в першу чергу, це, скоріше всього, поведіння. Поведіння, це все сказується, як би, ну, це видно. Якщо є якісь дзвоночки, там, ну, треба звертатися за допомогою, щоб розпізнати ту проблему, болезнь, к спеціаліста. Якісь фізіологічні ознаки можна помітити? Да, чоловік міняється буквально в емоційному фоні, роздражительність. Скрытный, может ночью не спать, вот, деньги, если пропадают с дому, или позвонили первый кредит,
высветился где-то, это уже позывы на то, что ваш ребенок или ваш близкий человек стал не на ту тропу, с ним что-то происходит. И вот на этих этапах нужно реагировать, не думать, что это пройдет все само, оно не проходит. И если вы, мамы, да, или папы, пытаетесь этот вопрос решить самостоятельно, вы заблуждаетесь, это как посыл сейчас зрителям, да, если кто-то нас смотрит с такой проблематикой, нужно срочно обращаться к людям, которые в этом разбираются непосредственно. Знаю, да. Иначе, ну, то есть, я бы не рекомендовал бы родителям брать на себя такую ответственность, заниматься вот такой ерундой, спасательством. Сразу надо обращаться, получать рекомендации, следовать ним, тогда будет результат. Вот. И здесь, да, в помощь наш опыт, опыт употребления, сколько нот в моей жизни, сколько было всяких попыток остановить это все, моих родителей, как бы, там, ну, моей семьи. Это все просто скрывалось, скрывалось, как-то оно тянулось, 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 и это все как бы растянулось вот на 15 лет. 15 лет, как бы, я просто... Але ви змогли здолати із допомогою своїх друзів. Так. І я дякую вам за розмову. Мені підказують, що час нашої програми вже вичерпано. Сподіваюся, що наша сьогоднішня програма допоможе тим, хто цього потребує. Я нагадаю глядачам, що в ефірі програми «На часі» були Олександр Волошин, керівник Вінницької філії Міжнародної антинаркотичної асоціації, та Андрій Панченко, спеціаліст з реінтеграції та адаптації наркозалежних. Це була програма «На часі». Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких.